Донецкой области под Славянском террористами сбит самолет Ан-30. Об этом сообщают источники в самом Славянске. По информации источника, экипажу удалось десантироваться. Самолет летел из Николаевки на Изюм. Его подбили из центра города. Самолет наклонился и начал падать на город, но пилоты его выровняли и отвели на лес. И также украинские войска сегодня ведут танковую атаку на Славянск. Серьезные бои идут на окраине города. Большая операция против пророссийских сепаратистов, по словам украинских властей, вошла в свою активную фазу. Глава МВД Украины Арсен Аваков предупредил жителей Славянска, Краматорска и Красного Лимана о необходимости оставаться дома и не подходить к позициям сепаратистов.